Я так понимаю, это Армения, нет? Да. Добрый вечер, да, общественное телевидение Армении, Мария Галян. Церкви и исторические памятники на контролируемой Азербайджаном территории Нагорного Карабаха находятся под угрозой. Как вы оцениваете то, что Баку отказывается пускать представителей ЮНЕСКО, чтобы они могли лично оценить ситуацию вокруг наследия? Спасибо. Вы знаете, насколько я знаю, сейчас как раз идут переговоры об организации предварительной миссии ЮНЕСКО на Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана. Мы надеемся, что такая поездка состоится и состоится в ближайшее время. И как раз будет способствовать укреплению взаимного доверия в регионе и послужит и будет эффективно для разрешения упомянутых вами проблем.